Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Учебник Rainbow English 5 класс, авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 2, часть 2, Step 4, шаг 6, Exercise 1, упражнение 1. Listen, what can you say about the speaker? Послушайте, что вы можете сказать о говорящем. Мы вначале послушаем наше аудио и будем следить за текстом, а затем ответим на вопросы. My name is Fred Gibson. I live in Scotland, in the city of Glasgow. Glasgow is an old city with beautiful squares and green streets. It is the largest city in Scotland. It has a university, the University of Glasgow. My brother is a student of this university. I love Glasgow, but I was not born here. I was born in England, in London. My Aunt Emily and my Uncle George live in London. I often visit them. My family is not large. My parents, my brother, and my granny. We live at 47 High Street. My parents are teachers. I'm a pupil and go to school. My interests are photography and computer. И давайте переведем текст. Мой брат студент... Меня зовут Фред Гибсон. Я живу в Шотландии, в городе Глазго. Глазго – старый город с красивыми площадями и зелеными улочками. Это самый крупный город в Шотландии. Там есть университет, университет Глазго. Мой брат – студент этого университета. Я люблю Глазго, но я родился не здесь. Я родился в Англии, в Лондоне. Моя тетя Эмили и мой дядя Джордж живут в Лондоне. Я часто навещаю их. Моя семья небольшая. Мои родители, мой брат и моя бабушка. Мы живем на 47-й Хай-стрит. Мои родители – учителя, а я ученик, и я хожу в школу. Мои интересы – фотография и компьютеры. И давайте теперь посмотрим вопросы, которые у нас сверху. Name – имя. Place of birth – место рождения. Address – адрес. Family – семья. Occupation – занятие. Interest – интересы. His home city – родной город. И мы с вами отвечаем на вопрос. One – name – имя. Фред Гибсон. 2. Place of birth, место рождения, England, London. 3. Address, 47 High Street, адрес 47 High Street. 4. Family, семья, his parents, his brother and his granny. Его родители, его брат и его бабушка. Occupation, занятие, a pupil, ученик. Photography and computers – это у нас interest, интересы. И his home city – родной город – Glasgow. Его родной город – Glasgow. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, то оставляйте в комментариях к этому видео.